Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Когда-то я написал стишок, и это был такой своего рода эксперимент. Я хотел посмотреть, насколько свободен YouTube. Я сознательно перешел там некоторые границы приличия, будучи уверен, что YouTube его сразу заблокирует, я получу страйк. Но вот уже 4 года стишок пох на хох в свободном доступе и разошелся массой копий по интернету. А недавно я решил продублировать часть стихов на российской платформе Яндекс.Дзен. Такая достаточно симпатичная платформа. И вот не прошло и 2 часов, как модераторы Яндекса заблокировали этот стих. И я считаю, что это правильно, потому что любой сарказм, любой троллинг, даже с трехэтажным матом, должен быть интеллигентным. У меня приятель Слава ездит на крутой машине. Слышит слева, слышит справа. Он что-то должен Украине. Слава очень честный малый. Он клиента не обманет. Почему же все шакалы тайпались от Славы? Слышит слава Украине. Видит слава Украине. Словно он нюхнул бензина. Словно он на героине. Слава только для семьи. Слава все для дочки. Слава он не для других, но довели до точки. С пистолетом под сиденьем, в карабин патроны, на работу Слава едет раздавать пистоны. Он когда-то нанимал тех, что подешевле, с Украины забирал, но так повелось издревле. Бизнес Славы непростой, шлюхи, проститутки, экономия на всем, но без предрассудков. Слава славный русский парень. Он во всех делах надежен. Шлюхи факинг заебали, нихуя он им не должен. Поменяет шлюх в салоне, нехуй гнуть на Славу спину. Пусть езжают в батальоны с криком «Слава героину!» Ну ты меня понял. Слава.